Я поговорю со стенкой немножко. С Найтботом. Просто потому что хочется. Просто потому что больше некуда слова девать. Больше некуда канализировать энергию, так сказать. Привет, бот. Как у тебя дела? Все рпял? Какие у него еще там команды есть? А если я ему отвечу, допустим, то же самое, что он мне обычно пишет? Насколько разумно, насколько разумно это существо? Когда ты, блядь, поумнеешь? Никогда, заебись, просто охуенно. Я иногда перед зеркалом себе такие же вопросы задаю. Вот сегодня, например, я задал вопрос, нахуя? Чувак, ты завел, блядь, вообще себе интернет, во-первых. Во-вторых, еще и канал какой-то, блядь, на ебаном нахуй твиче. Зачем? Для чего? Если ты мне пользуешься, я такой подумал, да? И в итоге что получилось? В итоге получилось, что я вернулся сюда, я здесь нахожусь в текущий момент, и никто с этим ничего не поделает. Кроме, наверное, владельцев сайта. Так вот, что самое главное хотелось бы сказать? Хотел бы сказать самое главное в первую очередь то, что я все забыл, блять. У меня была какая-то суперская мысль, которая теперь уже, наверное, никогда, да. Как говорится, если забыл, значит, оно ничего не значило. Так вот, в текущий момент у меня, короче, такое в голове. У меня в голове слово «варяги», в первую очередь, потому что почту иногда приходит. Смотри-ка, называется «сохранить греки», «загрузить римляне», а в голове у меня «уничтожить варяги». Потому что мне пришел по почте, в почтовый ящик, не в электронную, в обычную почту почтовую, извещение такое, что некие варяги пытаются, именно варяги, через букву А, и привет, импори, некие варяги пытаются обмануть жителей нашего дома. Чем? Чем? Тем, что они создали управляющую компанию Еврокомфорт, которая переманивает на себя жителей других домов. Типа, мы вам проведем там интернет, электричество, канализацию, у вас все будет охуенно, вы просто нам платите ежемесячно обычные квитанции. Вот. И есть такое дело, да. Короче, наша управляющая компания Левобережье, охуенная, вот, которым я плачу персонально за то, что они доставляют мне воду и электричество прямо в лицо. Они провели независимое расследование и выявили, что управляющая компания Еврокомфорт наебывает людей, обманывает их, множится, делится и распространяется под множеством других названий. Все эти филиалы на самом деле принадлежат одному злобному человеку или группе лиц, которых называют почему-то, блять, варяги. Как будто это что-то плохое. С каких пор варяги стали чем-то вроде... Вот смотри, если бы варяги было через букву О, я бы понял, типа, как варюги, только варяги. Но что плохого варяги сделали человечеству сейчас, чтобы их называть, так сказать, этим, да, ну, использовать их в качестве эвфемизма? Собирательное обозначение скандинавских народов. Охуеть, скандинавы, шведы приехали, короче, в... пограничный город с Казахстаном, мой, в Сибири, шведы, блядь, норвежцы такие, ха, скиоль, вот-вот вам наебалово, держите, платите нам деньги, мы вас будем наебывать, давайте, согласились, вот, поэтому теперь варяги, оказывается, это, да, злобные люди, но я об этом знаю теперь. Благодаря памфлету. Я бы его, наверное, принес сейчас и зачитал, чтобы детально было понятно, что значит такое, типа, ну, слово варяги. Что люди вкладывали в этот термин. Но, к сожалению, или к счастью, этот памфлет сейчас находится в мусорном ведре. Я бы с удовольствием, на самом деле, сходил сейчас, порылся в мусорном ведре, но боюсь, если я начну это делать, то... могу увлечься, и это займет у меня весь день, всю оставшуюся жизнь. Там столько всего интересного можно найти, в том числе, что ты не выкидывал. И это иногда это странно, может быть, порою.
как будто бы... Знаете, есть всякие полтергейсты, домовые и все такое, и они такие пользуются твоими мусорными мешками, мимишками. Гравированные грабли. Чё, как? Всё ужасно, всё катастрофично и катится к неименуемому концу. А в целом нормально. Ну, в принципе, то, что я сказал, это и есть определение нормы. Да, хаотическое, бесконечное, долбоебическое качение к концу. Сколько человечеству тысячелетий уже? Наверное, 8, 8,5 тысячелетий морального разложения и упадка. Да. Вот то-то было 8 тысяч лет назад, заебись, нахуй. Все такие утонченные, умиротворенные были. Все интеллектуальные, добрые и просто такие лапочки. А теперь мы здесь, на дне моральном, нахуй, и катимся еще ниже. Блин. Вообще, это прикольно, когда все, каждое поколение думает, что следующее будет еще хуже и все такое. Но смотрите, например, в Древнем Риме что было? В Древнем Риме, Дверном Риме, члены рисовали прямо на улице, это было официально. То есть Владимир Путин распоряжался такой: пожалуйста, сделайте мостовую из... мостовую членами выложите, пожалуйста, и это будет красиво, это будет искусство, потому что мы вот такие вот, да. Это ли не моральное разложение? Хорошо, допустим, да. У них было такое. У нас такого нет, но с другой стороны, если сейчас открыть Twitter, можно наблюдать немного другого типа мракобесия. Например, люди с хвостами. Так вот, я еще хочу сказать, не 8,5 тысяч лет морального разложения, а просто 8 тысяч лет просто прозябания, я не знаю. Мы никуда особо не укатились, мы все еще... Мы те же самые забавные, смешные долбоебы, которые и раньше населяли эту землю. Производим трение кончения, щепотку в глазном постро... Блин, это было бы здорово. На самом деле, были и указатели в форме членов, которые показывали... ну, типа, направление, где находится бордель, общественные там бани какие-нибудь или дрочильни и все такое. Спинтри были, монетки, которые подкидываешь там и, ну и, короче, тебе выпадает пассивная или активная роль, допустим, или еще какая-нибудь хуйня. Вот, ну, вы понимаете, в каком роде... Что-то еще, ну смотри, вот я сейчас заел стрим, я должен был что-то хотеть сказать. Хотел сказать, но, помимо прочего, хочу выразить свое возмущение тем, что ящерицы пребывают сейчас в таком состоянии, что им всем не хватает места в одной ванной. Это вот экологические проблемы, которые мы имеем сейчас, которых не имели древние римляне. У них никогда не было такого, что аллигаторы были крошечными и жили в ваннах массивно, массированно. Еще и на лапки, на руки лезли. Причем они издают какие-то странные звуки, как будто бы лазерные. Вот бластеры, наверное, с таким звуком бы стреляли, если бы они были, если бы они существовали в реальной жизни. На самом деле они существуют, потому что их придумали. Вот... подождите, это оладьи, но здесь написано панкейки. Вы тормознутые? Почему-то обычные, блядь, русские, славянские оладьи. Это не панкейки, нахуй. Давно я таких не пробовал. Я в детстве их терпеть не мог. И каждый раз, как мама готовит оладьи, я такой: ёбаный в рот, нахуй мне, не надо. Нет, уберите от меня. Я не буду жить в вашем доме, в одной семье с вами. Я хочу панкейки, блять. Я хочу сырники. Что вы мне свои суете? Суете мне. А как открыть...
А, открыть в новой вкладке, да, точно. Вот. Профиль называется «Кошка с елочкой». Новогодняя кошка. Смотрит прямо в лицо опасности в моем лице. В лицо опасности в лице моем. Драники, не знаю. Ну, вкусно ли их? Вкусно ли драть их? Вкусно ли... вкусно ли гладить оладьи? Оладьи погладить. И драники отодрать. Отодрать. У кошки забрали. У кошки забрали штуки для ушей. У кошки забрали ушки. Это вот эти вот турбины, хотел сказать. На самом деле не турбины, а просто палочки для чистки ваших нахуй отверстий внутри головы. Прикиньте, у вас в голове, короче, две дырки есть. Одна слева, другая справа. И вокруг них еще какая-то морская раковина наросла. Вы просто представьте степень абсурда. Дырки в голове. Это что, блядь, чтобы сквозняк, чтобы проветривалось, да? Я думаю так. Я не думаю вообще, на самом деле. Просто тут слова говорятся. А что их, кто их думает? Кто думает эти слова, кто заставляет их говориться? Я не знаю, правда сказать, но на всякий случай... не выпускайте это, не выпускайте. Можно я сейчас это внесу свою лепту, лепту, лептатуту? No. Последний раз, когда я что-то писал в Твиттере, это было обращено к CD Projekt Red, когда они объявили, что... В ремастере Ведьмака будет всякая хуйня, типа контент из Netflix, дерьмовое освещение, хуёвые текстуры, парашные, даунгрейд и так далее. Я такой написал, пожалуйста, сделайте отдельную версию, пожалуйста, не делайте апдейт обязательным для всех. Вот, это все, что я написал последний раз в Твиттере. Меня не послушали, там никого не слушают, блядь, они сумасшедшие. Короче, CD Projekt Red замечательные ребята были, но сейчас они сошли с ума, ёбнулись, кончились. И на их месте лучшее, что они могли бы сделать, это не портить то, что они уже сделали. И тем не менее, как бы в подтверждение моим словам, они берут и портят то, что уже сделали. И в итоге выкатывают этот Next Gen Update для... Witcher 3. Я видел сравнительные скриншоты. Там такое... Знаете, как в конце нулевых в видеоиграх была такая штука, по-моему, Blur называется. Это значит световое размытие. Каждый контур вот светом размыт, как будто светится. Вот как нимб. Вот это отвратительно. По-моему, самые отвратительные Blur эффекты были где? В Most Wanted'е? И сейчас еще скажу, как же игра называлась? Resident Evil 5? Там смешной Вескер был со своими тирадами. Так вот, короче, вот не знаю, можно ли сказать, что этот скриншот, ну, в принципе, он передает, да, то, что я хотел сказать. Открытие в новой вкладке. Короче, вот видите, лоб как будто светится. Будто бы светится, это первое. А вот Most Wanted, там вообще, там такой кошмар. Я не знаю, как мы это терпели. Засветы и пересветы. А где, блядь, а почему нет? Нет скриншотов Most Wanted моего детства. Они убрали, они забрали из этого мира игру, в которую все играли. Теперь есть только, блядь, от Criterion Games, сукин Most Wanted, который никому не нужен. Где моя, блядь, игра в детство? Детство, нахуй. Они забрали прошлое, представляете? Просто люди приходят и такие, мы заберем у вас 2004 год и все. Больше нет 2004 года нигде. Вы его помните, но его не было.
не было, нет никаких свидетельств того, что он был. Это, блядь, как эффект Манделы. Вы, сука, собираетесь на анонимном форуме шизофреников и разговариваете друг с другом про Most Wanted с размытием, которым якобы был вот этот вот коричневый. И люди приходят, которые не жили в 2004 году. Они такие: вы че, ёбнутые, блядь, вас арестовать нахуй? Вам отпиливают... Ладно, уже не важно. Что-то я загоняться начал. Вот, короче, я думаю, что... Если у вас нет жены, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Как писал великий композитор, который умер. Да подождите, Высоцкий это, блядь, говорил. Так вот, короче, я безумно рад, что в Стиме есть такая функция, как автономный режим, где можно играть так, чтобы никто не видел, в какую хуйню ты, блядь, дрочишь там свое свободное время. Во-первых. Во-вторых, замечательно, что можно отключить обновления. В-третьих, замечательно, что можно вообще просто удалить хуям Steam и установить Hotup Games Launcher. Вот это было бы лучше всего. Там никаких принудительных апдейтов, ничего, блядь. А вдруг буржуи думают, что ты что-то умное написал? Они думают, я не знаю. Я и сам буржуй в каком-то смысле. О, прикольно, кто это сохранил, кто это сделал? Кто сохранил греков? Прикольный паблик, кстати, этого. Подписывайтесь, тут нихуя не происходит, кроме каких-то случайных картинок со случайными фразами. А я тем временем хотел сказать, что это нельзя выпускать. Немного напоминает... The Walking Dead от Telltale Games, который был самым первым. Потому что он начинался так же, ты как заключенный ехал и там базарил с водителем. Коп. Поп. Про-поп. Я начинаю жалеть, что подписался на эту хуйню, блядь. Какие-то тиктоки, блядь. Тика-тока, тика-ту. Тикток. Я помню, вчера сидел на работе, принимал нахуй какие-то звонки конченые, ебаные. Там говорят, что у них женщина такая звонит. А где мой груз? Мы там у меня перевозили диван, кровать, как окошко, кокошко, лукошко и лампу для тиктока. И с такими пухлыми глазами как-то, господи, такими пухлыми губами это было сказано, такой интонацией блондиночей. Лампа для ТикТока. Невозможно передать, но насколько же это было уморительно. Прикиньте, только, то есть, когда ты видишь, что ТикТок реально является частью повседневной жизни, он реально существует, есть какие-то даже лампы для ТикТоков, блядь, и их перевозят обычные люди. Представляете? Я думал, TikTok существует только в интернете, в качестве кринжа, в качестве чего-то такого, о чем говорят только в TikTok и интернете, о чем говорят только в ироничном подтексте, и тем не менее, все-таки кто-то с серьезным видом вот произнес фразу с лампа для TikTok, как что-то ценное. Если кто-то нихуя не понимает, что такое лампа для TikTok, то я сразу вот так говорю. Лампа для TikTok. Тиктокеры, блядь, ебаные нахуй. Вот, короче. Она никогда не была предназначена для тиктоков. Она... Ну, ее стримеры используют обычно. Либо вот, ну да, в первую очередь для стриминга. У меня был... Когда в университете жилет я участвовал, нужно было коллаб сделать. И, короче, там был еще один стример из Омска. Я к нему подъехал. У него такая же фигня была. На самом деле полезная штука. Я вместо нее использую просто настольную лампу, которая светит мне прямо в лицо и слепит глаза очень жестко. Поэтому каждый раз, когда я моргаю, у меня вот какое-то черное пятно появляется. Как, знаете, когда на солнце смотришь долго и интенсивно. Вот. Но теперь это не для стримеров, это для тиктокеров. Лампа на самом деле очень нежная и аккуратная, она не слепит глаз, но при этом отправляет тебе на лицо, вот на лицо, прям вот, вот сюда, по всему лицу размазывает тебе свет, чтобы ты красиво выглядел.
чтобы все поставили, все просто там это намылили, навострили свои эти лайки. Че еще? Примерно тогда же я какую-то дебильную формулировку сделал. Ну, там была проблема с тем, что у водителя сломалась машина. Я такой, мне так лень было писать, передавать это в отдел нахуй по сломанным вещам, по контролю качества, по логистике. Я, короче, просто писал заявление, вот. Опоздание на заказ на 4 часа. Причина. Текущий водитель сломался. Нужен новый. Прикиньте, блядь, водитель просто, человек такой, сломался напополам. Ой, а почему у меня помидоры на этом? Не знаю английский. Кто-нибудь знает, кто может прочесть? Enable AIDS. Я знаю только AIDS. Это speed называется. Включить speed в ваши помидоры. Хотел бы ли я этого? Не уверен. Мне не хочется что-то. Как-то невыгодным предложение выглядит. А вдруг я сломаюсь прямо как водитель? Пиздец, подождите, что? NFS Most Wanted? А, я думал, это для телефонов. А это просто, это walkthrough-трик. Walkthrough-трик, все знают, что это подсказки по прохождению гоночек. Го-го-го-го, гоночек. Мне почему-то вспомнился сайт B-Set сейчас. Но это, короче, смотрите, мне 200 лет, да нахуй, я в Древней Греции жил. У нас тогда были кнопочные телефоны, на кнопочных телефонах были Java игры. Где они покупались? Где они покупались официально? Скачивались? Они покупались исключительно там же, где можно было приобрести видео в формате 3GP и картинки. Темы для вашего телефона. Beset.ru, наверное, так? Я не помню. Может быть, ру, но вряд ли ком. Ой, сейчас порнуха откроется, нет? Они забрали это у нас. Ребят. Видите, еще одна херня. Они постоянно забирают какую-то, блядь, часть нашего прошлого. Сначала они забрали Most Wanted, теперь Beset. .ru, его не существует. Вот это вот, блядь, фотошопная картинка, которую просто шизофреник нарисовал. Он думает, что был такой сайт когда-то, да? Никто никогда не докажет, что было прошлое. Прошлого не было, блядь. Оно было таким, каким вам скажут на уроке истории. На уроке истории вам никогда не скажут, что бесит, рулит, и вот что этот сайт каким-то образом мог распространять клевые игры для вашего телефона. Украсть перчинки. Как посыпать перчинки. Что-то еще, блядь, я хотел нахуй сказать. Ладно, следующий стрим обязательно назову «Загрузить римляне», а потом будет... Давайте я список названий сделаем на будущее. Потому что будущее... Ну, прошлое, оно отсутствует уже, да? Его у нас забрали, его заменили. А вот будущее у нас забирать пока не будут. Ну, если оно не станет прошлым. Поэтому список названий для стримов, чтобы не думать, блядь, нахуй. Как другие стримеры. Другие стримеры вообще просто пишут: сижу, сидим, лежу, лежим. И смайлик, улыбочку какую-нибудь в названии. Никто, блядь, креативно не подходит вообще ни к чему. Ни к чему на свете, блядь, ни названию, ни контенту, всем похуй, блядь. Просто включили фиолетовый свет и такие, лежим, лампово общаемся, смотрим видео с Ютуба, блядь. Или, может быть, из Порнхуба. Так, загрузить римляне. Еще два варианта было где-то. Украсть... Ребят, вы делаете вклад в будущее. Вы делаете вклад в меня. Вы вкладываете в меня свое. Привет! Хочу предложить продвижение вашего канала на ТикТоке. Продолжай. Как сладок мед, что льешь ты в уши мне. Украсть. Украсить. Украсть гречинки. Угу. Гречик. Гречинки. Супер. Далее. Что-то я еще видел. Трение, качение, расширение для сужения.
все, а Nightbot... А Nightbot... Почему Nightbot не отжимается? Я ему, кстати, это... Буш... Я только знаю... Блядь, подождите. Автовключение. Мне хотят предложить, короче, сделка, от которой нельзя отказаться. Итак, такой... Хер пишет. Привет. Меня зовут Хер. Я возглавляю мафиозную организацию. Чеченская мафия. Тимурджан. Салам. Хочу предложить пожатие руки для продвижения вашего канала... Зрители, фолловеры, просмотры, чат-боты, цена ниже любого конкурента, качественно, гарантирован самый лучший Че еще, в каком тоне мог бы говорить этот человек? Автовключение. А? Бывали на рынке или на пляже, где там эти кукурузу продают? Автовключение. Невероятно гибкая. Подходите, удобная связь с панелью управления заказами. Все, боты. Заходи на streamrails.ru. Три бесплатных фриспина. Без депозитные выигрыши. Жи. Все, хватит. Че ты дебил, ебланы все ведешь нахуй. Привет, доктор Лейкер, снова. Карташечка. 1001 голос. Вот это прошлое, оно пока у нас есть. Вы думаете, оно будет у вас всегда? Через пару лет вы загуглите, что такое похер фейс, и вы не найдете ничего подобного тому, что здесь находится. Они забирают будут прошлое у нас. Они забрали, его нет, все. Берегите эту хуйню. О, эротика! Ну-ка, бесплатный Java игры на мобильный Nokia бесед, скачать темы и картинки. На бесед телефон Java, Java, софт, игры для телефона, 3GP, видео, бесплатные редктоны для мобильного и приколы, видео, эротика, скачали Gravity, Falls, Slows, 2007, я говорю как человек из РТП, прикиньте, это я пытаюсь 2007 вернуть, но как сказал мистер Медведь, Дев, мы никогда не вернем 2007 год. Хочу познакомить вас с таким изобретением 2023 года. Сегодня какой, блядь, 22-й? Безумно долгий год. Он меня уже заебал. Многих, наверное, тоже. Не знаю почему. Наверное, потому что он четный. Не знаю, все четные года почему-то заебывают. Хочу уже, наконец, чтобы он кончился. Так вот, как будто все самое лучшее проходило в 2021. Хочу познакомить вас с газонокосилкой, которая Can't Even Mow, газонокосилка в Огайо. Почему Огайо? Ну смотрите, есть мемы про Детройт, типа Can't Even Mow in the Detroit. В Детройте это бы спиздили вот эту газонокосилку. В Огайо обычно ассоциируется с ядерным полигоном. То есть, возможно, здесь будет ядерная бомбардировка, но я знаю окончание этого видео, это будет немножко не оно. Единственное, что может быть, это газонокосилка будет переоборудована в не что иное, как самолет, который везет в себе бомбы. Бомбардировщик. По-моему, так называется. Nuclear Strike on Ohio, короче, я запрашиваю. Это вот как у нас Воронеж, по-моему, да? У нас же Воронеж долбит постоянно. Какой Воронеж? Ты перепутал. Долбит постоянно не Воронеж, а твою маму. Эй, я только... Вы чё? Сука, я не могу. Почему так? Почему это так делается? Вот... Ты видишь рекламу, и она тебя бесит, ты хочешь ее закрыть. Но когда ты видишь рекламу, которая тебя не бесит, и ты хочешь по ней кликнуть, она исчезает. Она только что исчезла, вы видели это. Там какая-то клевая анимация была. Вы видели это? Она ведь была? А что с картошкой случилось? М? Она исчезла?
Как исчезли наши надежды и мечты. Как исчезла реклама. Ой, ого. Это потому, что у них голубая форма? Ставьте лайк, если плакали на этом моменте в Team Fortress 2. Да, вот оно, вот оно. Вишлист он Steam, можно ползать по осьминогам. ОМГ, можно ползать по деревесным осьминогам. Дайте мне это. PC Gaming, это то, что мы заслужили. Мы с благодарностью должны принять эту видеоигру и скачать ее в Hotab Game Launcher, но, пожалуйста, потом только, да? А, блять, а в чем прикол, в чем геймплей? Это типа раннер? Я, короче, вам Hidden Gem нашел, типа спрятанную жемчужину. Вот и теперь ставьте ее в вишлист. Я вот кину в вишлист себе сейчас, блядь. Чейзи. Преследуя неведомое. Преследуемое. Захожу в Steam, короче, вы этого не видите, потому что это воображаемое. Как меня все заебало, ребят. Да как же хорошо жить. Ёбаный в рот. Это потому что я русский, да? Смотрите, вот я просто опишу, что происходит. А потому что вы не видите, никто не должен видеть это. Я нажимаю. Ладно, вот вам экран. Кому вам, ботом, блять, ебаным. А, нет, все нормально. Все функционирует. Steam чуть не сдох, блять. Он прямо как Epic Games в последние... Да вообще, все эти лаунчеры, они отвратительны. Кроме Galaxy, все отвратительно работают. Steam почему-то долго, невероятно долго грузит обычные HTTPS страницы, которые в браузере открываются за считанные секунды. Вот этот вот Unreal-овский лаунчер, он просто... Пустое. Да я знаю. Ну да, конечно. Все мы... Мне удобнее, мне комфортнее воспринимать любого зрителя как робота. Я к нему так больше привязываюсь. Я... Ну знаете, может быть, есть такая черта, возможно, социопатологическая, когда тебе проще и легче привязаться к чему-то неодушевленному, чем к реальным людям. Вот, ты к ним больше симпатии испытываешь. Вот. Я просто буду воображать людей роботами, и они мне будут очень сильно нравиться. Вы роботы. Милые резиновые роботы. Классные. У вас забавный искусственный интеллект, и еще более и милые донаты, и... Как это, Мегуста, блядь, шейхом, кстати, стал недавно. Я не знаю, в курсе, нет, может, он рассказывал как, о своем появлении на моем предыдущем стриме. Это просто пиздец, блядь. Я думаю, что отныне все женщины вокруг него должны носить паранджу, потому что он теперь официально может называться шейхом. Инициализирую протокол. Я, кстати, как-то умел произвольно чихать, но я забыл как. Помню только, как произвольно рыгать. Это проглотить, короче, этот. А чтобы рыгнуть, надо проглотить. Вот, чтобы чихнуть, надо проглотить носом, чтобы рыгнуть, нужно проглотить горлом воздух. Ну, у меня не получается, нет, у меня так организм не устроен, но на ютубе есть туториалы, я прямо вам говорю, как рыгнуть видео, как научиться рыгать. Только это, там девочка маленькая была, я помню, она меня научила. Видео. Подожди, Яндекс.М? Это что такое?
Я знаю, вот сервис охуенный, Яндекс.Кью, иногда захожу. Как научиться рыгать? Вдохнуть воздух ртом, дабы он не в легкие попал, а застрял в горле. Для этого нужно втягивать живот. Я просто глотаю воздух. Вот так вот я делаю. Дайте мне видео. Блять, не забрали? Понимаете, они постоянно ВТФ. Как рыгать, как научиться рыгать и говорить ТикТок. Что это, язык какой-то, блядь, из ктулхухианства? Фу, блядь, ну идите нахуй, это грузины. Я узнал, это грузинский, да? Это грузинский? Или осетинский? Яндекс.Кью замечательный сервис. Иногда я хотел поставить его себе на одну из заглавных страниц, чтобы быть умнее. Чтобы каждый раз открывать новые факты благодаря тупым вопросам, которые задают ебаные олухи. И знаете что? Вопросы оказались настолько тупыми. Олухи оказались настолько ебаными, что оказывается здесь ничего нового узнать невозможно, кроме мусора, блять. Натурального мусора, который у тебя будет в голове оседать, как автоматизированный собрат, собот, брат, будто брат. Альберт Эйнштейн, первая статья. О, пиздец! Когда вышла первая статья Альберта Эйнштейна? Интересно, интересно. Вот это вот мне в жизни пригодится 100%. Да, я обязательно должен знать, что в 1900 году переехать из Цюриха в Эйнштейн не мог. Да, между прочим, вы знали? Кутюрное платье, жакет, как и многие предметы женского гардероба, пришел из мужского. Какое мне дело до жакетов? Почему это на главной? Какие насекомые последуют? Вот тупой вопрос. Не кажется ли вам, что высокое разрешение изображения не улучшает, а ухудшает фильм? Да что вы! Оказывается, у AI-технологии, у технологии искусственного интеллекта еще есть какие-то недостатки, которые можно различить человеческим глазом? Да что вы, блядь? Если бы не этот вопрос, я бы и не догадался. Топ-20 вопросов, блядь. Я думал, тут как на 2Ч будет, типа, 2Ч, лысею, что делать? Качай вишмастер. И все такое. Даже, блядь, даже на B2Ч, нахуй, биопроблемные тренды намного более полезны, чем вот эта хуйня. Паралич сети. Какой нахуй паралич сети? Что? Кого это может интересовать? Шансы попасть в программу АУ ПАИР. Хуя это, блядь, нужно. Я, наверное, слишком экспрессивен, потому что въебан водой кипяченой. Сна кипью. Сука, я себе налил из чайника последнюю воду. И здесь теперь этот хлороформ какой-то ебаный. Мне, короче, колгон надо. Знаете, пусть машина служит долго. Колгон! Вот. Воду с колгоном пить, это если кипяченую, то с колгоном. И будет полезно, вы будете умный, веселый и добрый. Мя. В общем, вот. Что такое свобода воли? Вот это хороший вопрос, кстати. Вот ради таких вопросов я бы, наверное, и... Ну, типа... А у меня нет кармы. Давайте прикинемся умным. И скажем, что делать, если браузер Safari открывает старые вкладки? Выкинуть свой, блядь, iMac, MacBook в лицо мне. Ёб твою мать, ты кто это делает? У меня весь стол... влажный. Стол вспотел. Он немного напряжен ситуацией. Давайте я просто вернусь в Твиттер. Мне здесь комфортнее. Ломаос, пенис, дуб. Я с прискорбием должен сказать, что мне почему-то невероятно скучно смотреть вообще любое аниме. Я вот поймал себя на этой мысли. Такая тоска. Особенно современная. Я почему-то современное аниме вообще не перевариваю.
даже если там объективно что-то интересное, классное, необычное, знаете, такое захватывающее глаза и просто даже, ну, по праву популярное показывается, вот, например, как Человек-бензопила, Chainsaw Man, Chainsaw. У меня была какая-то это, игра слов по этому поводу. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Вот даже такое, казалось бы, просто вот замечательное базированное аниме взять бы да и посмотреть. Нет, я начинаю. И через буквально 5 секунд, 5, ну, минутки, 2, мне становится скучно. Ужасно, такая тоска сразу, как будто я в депрессии. У меня вот уровень психоактивных веществ, нейромедиаторов резко падает. Пропадает весь серотонин и все такое. И я такой думаю, как будто это мне какое-то наказание. И в воспоминаниях любое современное аниме, оно остается вот как негативный опыт какой-то. Как будто мне было плохо, когда я его смотрел. Не знаю, с чем это связано, может, с темпом, может, с фреймрейтом, но как-то оно на меня это влияет угнетающе. Мне нравятся старые анимешки, не знаю, они как-то более гладко выглядят, или, может быть, там с разрешением какие-то дела, или рисовка другая. Ну, скорее всего, просто они более плавные, да, старые анимешки. Поэтому я, например, больше сторонник этого вашего... Евангелиона, который является балетом, по сути. Да. Все думают, что это аниме, все думают, что это, блядь, какая-то пересказ Библии или еще что-то, хуйня, какие-то размышления, философский трактат, гаремник, что угодно. Нет, ребят, это балет. Видали Юнону и Авось когда-нибудь на сцене? Наверняка. Школьная учительница, может, водила вас. Вот, вы видели там такой балет, Юнона и Авось. Точно такой же балет, это Евангелион. Только под музыку Fly Me to the Moon. Вот. Можете искать бесконечно долго смысла. Можете думать, что... Можете упрощать это, конечно, все до гаремника и все такое, но... По сути, просто балет, да. Каждый интерпретирует... Вот прикол балета в том, что он охуенно интерпретируем для каждого персонально. Чаще. Experimental Lane мне нравится, да. Сначала мне нравился только опенинг, а потом я такой подумал, блин, как может быть такой охуенный опенинг у аниме, которое не охуенно? Правильно? Правильно. И вот я не прогадал. Правда, в итоге тоже балет получился. Experimental Lane тоже балет. Вообще все старое аниме это балет, на мой взгляд. И, кстати, у Chainsaw Man конченый... Сейчас скажу. Положу руку на сердце. Я говорил, по-моему, уже, что опенинг и охуенный — это слова-синонимы. Потому что я не видел плохих опенингов, которые не цепляли бы. Потом я увидел опенинг Chainsaw Man. И я забираю слова обратно. Нет, бывают плохие опенинги. К хорошему может быть аниме, но плохие опенинги. Вот и все. Вот так вот. Вот так вот. Вы можете попытаться отпиздить меня за эти слова. Я с радостью приму вызов. Я, кстати, перестал чувствовать свои ноги, поэтому отпиздить меня сейчас будет очень легко. Мандарины. Уже у кого-то, кстати, Новый год. Новый глот. Новый глоток. Лол, они сделали девочку растение. И распилили ее. Плазмодерма. Cell membranes. Визикулы. Сосикулы. Ретикулы. Бибикулы. Это кроватка колыбельная. Это фасоль в разрезе, нахуй. Давайте, знаете что? Я что хочу сказать. Замечательно, что мы повстречались с тобой на этом лестнице.
Но я хотел сходить, знаешь, куда? Я хотел сходить на другой сайт. Сейчас скажу, как называется. Он у меня в соседней вкладке открыт. Я проведаю, как дела у наших этих, блядь, малюток, малютки мои, которых я... О, нет, малютки прекратили стриминг. Блин. Они я вместе с малютками начинал, а в итоге смотрите, что. Вот только один малютка, а две малютки. Ну, я бы не сказал, что продан совсем уж малютка со 123 зрителями. Вот спиздиватель рыб. Я его хотел себе взять как Ганимеда, как виночерпия себе во владение. Но он уже кончил. Он же кончил стримить. Короче, его фишка в том, что он говорит смешным голосом. Да. Такой типа... Он говорит вот таким вот голосом постоянно, и тебе поначалу кажется, что он просто, ну, типа, ну, может быть, играет какую-то роль, но со временем ты начинаешь понимать, что это реально его голос, и чтобы сделать его немножко иным, ему придется напрячься. Да. В подтверждение моих словам, будто бы да. У него там дождь какой-то идет. Anyway. Пиздец, это чё? Что? Как? Это Half-Life 1? Это Я помню, я проходил эту игру на стриме, но почему-то я вообще ничего не помню, блядь. У меня, может быть, озвучка другая была, тут как будто это пародия, блядь. Ебаная, нахуй. А, наверное, это... Maybe это Blue Shift, короче, вот что хочу сказать. Вот, малютка. Первый малютка, второй малютка. Вообще не малютка, на самом деле. Отпустите меня, пожалуйста, молодой человек. У него тут, короче, там женщины доходят позади. Но GTA 5 вообще не интересно смотреть все эти ролплеи, а тут... И его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилл... Блять, что может быть унылее, более унылым, чем сидеть и в Кинопоиске отвечать на вопросы? Квизы по фильмам. Типа, ой, я знаю фильмы. Да ладно, давайте. Давайте. Сейчас. Я чем смотреть на всю эту хуйню, которую он делает, я бы, наверное, и сам такой это. Ну-ка. Стоп. Команда Бубергероев дает отбор. Острову Икинига на беззубик. Икинга. Икинга. И беззубика угрожает племя поработителей. Как приручить? Боку на пику. Дайте мне это. Короче, это дайте мне. Дайте мне то. Дайте мне это. Сперма армы. А, сердце пармы. Прошу прощения. Из недавно вышедших фильмов, кстати, хотел бы очень сильно порекомендовать. Нет, не Покер Фейс, не Петр Первый, не Петр... Чего, блядь? Антон Лапенко по-мужски. О! О, Лапенко. Да, да. Короче, это... Вы не поверите. Вы не поверите, но это... Невероятная годнота. Вы могли видеть это на обшарпанных постерах вашего конченного кинотеатра городского, который доживает с последние свои дни, и подумать, что это просто дешевый тупой боевик для идиотов, что в принципе вполне логично, потому что ну оно так уж, ну оно реально выглядит так. Но на самом деле это вот что-то очень... Это невероятно вкусное кино, я не знаю, вот легкое такое, комедийный боевик, который, причем, я не знаю, по комедийно, комедийно-боевит, и боевит и комедиен, и при этом крайне камерный, и все происходит в одном поезде, и все персонажи такие яркие, и от Дэвида Личи я ничего хорошего не ожидал, нет ни одного фильма, который мне нравился бы за его режиссурой, да. Ни Джон Уик, ни Дэдпул, это все, до свидания. Но именно это. Вот это, вот именно эта реклама, это то, что я хотел вам показать.
Короче, вот этот фильм, он реально осознает себя как боевик и шутит по этому поводу. Или не шутит. Но при этом как бы нет никакого постмодернизма в этом. Вот, что я хочу сказать. Быстрее пули найти, пожалуйста, мне один трейлер дайте без... без рекламы, да, да, это оно. Причем яркие персонажи, они вводятся с такой же легкостью, с какой выводятся. Они там показали яркого персонажа и убили его. Показали, убили, показали, убили. И такое впечатление, будто ты руку окунул в, я не знаю, в вазочку с самоцветами, с разноцветными стеклянными шариками. Все такие разные, приятные, классные. Вот супер банально все это сейчас выглядело. Я не знаю, трейлер сейчас заставит выглядеть меня лжецом. Привет, у меня ствол. Шшш, эй, это тихий вагон. Здесь нужно говорить шепотом, сынок. Пистолет. Кстати, по трейлеру выглядит очень кринжово. Мне прям стыдно реально. Вот это так все смонтировали именно для трейлера, что изюминка ушла. Все, нет изюминки. Потому что, ну плотно. Теперь оно плотно. Скомканно. Вот. Когда ты смотришь фильм, оно раскомканно и равномерно. Равномерно, без кринжа, в темпе. Тут темп нарушен. Я готов. Вы получите нового, улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Бери ствол. Каждый раз кто-то Спойлер, он не возьмет ствол. Умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Ой, тут так круто. Вот смотрите, одна минута трейлера прошла. Ты не знаешь содержание фильма, ты вообще ничего о нем не знаешь. Я обожаю такие трейлеры. И это крайняя редкость. Обычно смотришь трейлеры, там все пересказывается, и тебе уже нахуй не хочется смотреть фильм, потому что ты знаешь 75% содержания сюжета. Ладно, что я должен... Именно поэтому я, кстати, трейлеры обычно к фильмам не смотрю перед просмотром и стараюсь даже описание не читать, дальше одного предложения. Вот, так намного интереснее смотреть кино, и как-то вот, может быть, мне везет, может быть, у меня есть чутье, может быть, что-то еще, может, меня просто картинки пестрые привлекают, но почти каждый раз, когда я выбираю какое-то кино посмотреть, оно, выбираю по обертке, и оказывается, что за оберткой действительно годнота. Истощить или забрать? Чемодан, ты же хотел что-то попроще в качестве первой работы? Проще не бывает. Вот эту хуйню я начал смотреть просто из-за обложки. Я такой подумал, почему бы нет? Вроде пестрая обложка, ну... И у меня такое настроение было, такое человое. Это типа как посидеть и сухарики подгрызть под что-нибудь. И вот это идеально подходит под эти задачи. Ты... Вот, и ты как бы вроде просто сидишь и сухарики ешь или орешки щелкаешь и все такое, но постепенно начинаешь погружаться. Ты не ожидаешь этого, но... В один момент ты ощущаешь себя внутри этого поезда. То есть нежданная такая иммерсия происходит. Хотя ты думал, что это так. Шутки, да, попрыгушки, да, и все остальное с Брэдом Питтом. Вернул меня! Кстати, тут этот играет еще Аарон Тейлор Джонсон. Один из любимых актеров, но почему-то у него... Почти все роли, они со спойлером. Ты видишь его на экране, и ты понимаешь, что его персонаж... Ну, типа, я так скажу. Шон Бин.
Шон Бин обладает тем же самым проклятием. Вот это вот. Если кто знает, ну, большинство ролей Шона Бина и, ну, чем они все кончают, то тот наверняка знает, чем кончится большинство ролей Аарона Тейлора Джонсона, господи. Вот этого вот парня. Вы могли его где-то видеть. Вот у него такая внешность, что ты встречаешь его и такой думаешь, где-то я его видел, что-то где-то я его видел. А где-то ты узнаешь его, но ты не знаешь, что это он. Вот в этом прикол. А вы его 100% где-то видели. Тын-тын-тын. Какие еще дебильные имена есть? Филипп Сеймур... Нет, Филипп Сеймур Хоффман, да. Как же это сложно было запомнить в свое время. Знаете, если бы я сам фильм какой-нибудь снимал, то у меня получилось бы что-то вроде этого. Я разрушу твою жизнь, как ты разрушил мою! Чувак, я тебя даже не знаю! Эта работа ни хрена не простая! Там что-то происходит. Да, я не единственный на этом поезде, кто ищет этот кейс. Лимон, где чемодан? Я его спрятал. Он был здесь. Мы идем по графику. Все, что когда-либо происходило с тобой... Будет больно, тварь! Привело тебя сюда. Судьба. Это хреновая сделка. Быстрее пули. Просто красавцы. О, нет, спасибо. Слушайте, у вас есть что-нибудь с газом? То, что надо, спасибо. Дому аригато. Хому аригато. Точно не хочешь договориться? Не особо, нет. Ладно. Так вот, я хочу сказать, что... гениально. В трейлер ставили самые банальные моменты фильма, и в итоге, что остается? Остается самое вкусное, и ты идешь, и можно в кино сходить, а можно в интернете посмотреть, и все самое вкусное останется внутри фильма. Кто бы ни делал это, кто бы ни делал это, я не знаю, чем руководствовался человек, который монтировал трейлер, может быть, он хотел просто потрафить среднестатистическому зрителю, но... Ну, типа, показать взрывы, какие-то боевые приемы там, крутые переворачивающиеся горящие машины и все такое, чтобы привлечь, знаете, ты, ну, таких этих, да, подпевасов, да. Но тем самым получилось сохранить все самое интересное в секрете. Вот расцеловал бы человек. Молодец. Он молодец в том, что плохо сделал работу. Вот. Я не знаю. Он зарецензировал фильм так, что нихуя не понятно, что это за фильм, зачем он нужен и про что он. У меня хлор на дне. Чем полезен хлороформ для насильников? Хлор – полезные свойства. Лор, блять? Нет. Клор? Хлор. Полезные свойства. Хочу пить накипь. Ну-ка, если просто написать. Пить накипь. Накипь. Пить. Накипятить. Накипятить. Накипь. Ты накипятил накипь, чтобы ее пить? Новости Гобеля. Опасны ли накипь в воде для организма? Нитубе. Нельзя пить воду, от которой появляется накипь. В смысле? Так подождите, ее можно пить после того, как она прокипела. То есть в воде был хлор. Ёбаный хлор был в воде.
Вы прокипятили, хлор осел в виде накипи. Все, у вас вода без хлора. Нельзя пить воду, от которой появляется. Вы ебанутые. Они заангажировали на... Блять, они, короче, наняли сами себя для того, чтобы говорить дезинформацию. Дезинфу. Чтобы все покупали фильтры барьер. Я не куплю фильтры барьер, потому что у меня кувшина Аквафора. Поэтому да. Редмонд, Дедмонд. Блять, опасна ли вода? Нельзя пить воду накипь. Так, новости Гомеля хотел посмотреть. Очень сильно хочу. Надеюсь, их режиссировал тот же человек, который сделал Bullet Train. Что такое накипь? Это твоя мама. Опасно ли? Нет. Кислота, которая помогает... Прикольно сделали сайт. Перевариванию пищи в желудке расщепляет накипь. И поэтому она не опасна. Она не опасна. Но твердые частицы, попав в рот во время чаепития, доставят дискомфорт. В рот во время чаепития я попадал вашей маме. А еще неприятно видеть желтый осадок в своем стакане. Так нахуй вы с донышка льете ебанаты на... Чайник встрясли, короче, перед тем, как воды налить. Ну кто так делает? Только люди, которые хотят получить себе ожог. Ожоп. Ожон. О! Платиновая награда. Хлор победил в... Подождите, в номинации «Самый вкусный творог». Прикиньте, хлоровый творог. Хлорог. Просто накипь скребаете с чайника такие, заправляете там сметаной немножко или медом, у вас получается хлорог. Хлорочий творог. Объедение. Признаки нехватки хлора. Обязательно скушать немножко накипи, чтобы, если у вас сильно потоотделение в жару при физических нагрузках, то есть если у вас все нормально с здоровьем, то обязательно нужно знать, что у вас нехватка хлора. Диарея, которая... Недостаток хлора – это вялость, сонливость, слабость в мышцах. Если вы чувствуете себя вялым и ваши бицепсы недостаточно налиты кровью, обязательно съешьте хлорок. О, прикольный стример. Pain 0% написано сейчас, вот тут вот. А сколько у вас процентов боли? У меня 14. В текущий момент. То есть это комфортное состояние. Блять, смотрите, я... Вот здесь вкусно, а там будет внизу грустно. Закройте глазки. Я вам сам глазки закрою. Все, все, все. Вы ничего не видели. ОМГ, трубы! Вообще, кажется, будто... Ладно. Блин, у них без звука видео. Ну ладно. Короче, смотрите, оказывается, эта металлическая хуйня массово производится для того, чтобы вставлять внутрь растения, выращивать их. То есть у вас получается такое салатовое дерево. Ну это прикольно. Че еще сказать? Но в целом хуйня, конечно, я бы не стал. Я думал, это трубы для отопления. Дырявые трубы. Дырявые трубы, просто вдумайтесь, блядь. Дырявые трубы. Трубы должны быть... ну, у трубы должно быть всего две дырки. Одна на конце трубы, другая в начале трубы. Все. Я не знаю, когда у трубы 14 дырок, она либо предназначена для того, чтобы играть на ней музыку, либо она бракованная. Они делают бракованные трубы и вставляют, ну и типа такие, ой, а так и задумано. Можно вставлять сюда растения и растить растения. Вы думали, мы глупые?
Ну да, вообще-то в некотором смысле мы глупые, но мы знаем, как обратить нашу глупость в преимущество. Кошки в коробке. О, это же капитан Шепард, который качает пресс. Ему на все похуй, на то, что его квартира горит. Он просто слишком занят самосовершенствованием. На самом деле нельзя быть слишком занятым самосовершенствованием. Самосовершенствование требует вас всего. Вы не можете отдать своему акту самосовершенствования слишком много. У меня нос, что-то, у меня нос не дышит, блядь. Прикиньте, орган, который предназначен для того, чтобы вы дышали, он не дышит. Поэтому мне придется говорить, чтобы остаться живым. Если я перестану говорить, я задохнусь. Что-то пиздец происходит. Джокеры летают. Не задавайте вопрос. Никаких. Никакие вопросы неприемлемы здесь были. Хе. Так вот, собственно, с чем я пришел? Что я хотел сделать? Раскроллить ленту в Твиттере? Я вас умоляю. Нет. Это не было моей задачей никогда. Кому вообще может быть интересно подобное? Я пришел сюда, чтобы сделать паузу. Скушать Твикс. Stay.
you could go, you're missing out. Evenings of heat grinding my teeth. Oh, you're just slow and I'm making out. And I know the collective consensus was no you and us. It doesn't have to change. Никто на свете даже представить не может, насколько сейчас высока жажда моя. Как сильно жажду я сладкий рулет. Конечно, у меня есть. Попробуйте пожонглировать рулетами. Конечно, у меня есть вот такие штуки. Но я не думаю, что они удовлетворят меня в какой-то степени, хоть в малой. Жажду рулетов нельзя удовлетворить через апельсины. И вот что я хочу сказать. Как пламя этой спички, как протяженность этой спички. Время идет к своему концу. Вот сейчас у меня 20.07. И, короче, эти сладкие рулеты будут прекратят свое продавание в 21.00. Получается, у меня еще 53 минуты, чтобы либо забороть свое желание, либо успеть удовлетворить его и сбегать в магазин. Всего за 33.50, по-моему, да. Так, кем я был и кто я стал? Посмотрите, насколько наглые эти ёбные растения. Они просто выросли прямо у вас в доме. И вытеснили вас. Да, я только что съел какую-то хуйню с пола, я даже не понял, что это. Да, это именно то, что можно было видеть. Только что. Смотрите, она улыбается. Ей, блядь, смешно нахуй. Йоу! Почему мне никто... Это вот после прихода Илона Маска в Твиттер такая хуйня, типа, теперь... Вы чё, ебанулись, блядь? Пиздец. Я думал такое только на этом... На этих всяких... рунетках ёбаных. Чё он вообще здесь делает? Никто ж не видел, я надеюсь, ёб твою мать. Вот это вот, она улыбилась, я хотел посмотреть, чё, хули она так улыбится. А там пиздец, там такое. Probably this house would still be tenanted in Russia. Wouldn't have occupied Karelia. Вроде бы как бы... Что-то трезвое, да? Что-то нормальное, что-то человеческое было написано, и в тему даже, как будто это не бот. Но на самом деле, как только заходишь на ее профиль, там просто порнография самая конченая, ебанутая и отвратительная. Это пиздец. Я, честно, не ожидал такого. Ты, блядь, лучше не лезть. Красиво нарисовано. Спасибо. Лучше вообще комменты, блядь, не читай, короче. Есть определенные беды, так сказать, нынче у сообщества этих, блядь, клоунов, на которых мы смотрим, которые поставляют контент именно сюда, за тем, чтобы этот контент просто был проскроллен. Кстати, напоминает предыдущую мою аватарку с этой синевласой девушкой, девчу-лилей. Очень сильно напоминает, как будто косплей. Но, кстати, у нее были розовые очи. Но все равно красиво.
У-ху. Так вот, я говорил, что ну, насколько нужно быть хуйней, чтобы просто сидеть и стримить то, как ты скроллишь твиттером. Понимаете? То есть я смотрю на чужой контент. Но ведь есть люди, которые заходят и скроллят YouTube, которые заходят и смотрят кухню серия за серией. И думают, что они, блядь, необыкновенные, да? Да? Может быть, замечали таких ребят? Интересно, да. Че, может, кухню это застримить? Я-то никто этого прежде еще не делал. Но это прикольный сериал про огузки там всякие. Ну круто, ну круто же, да? Да, вроде кто-то даже просил, тут его давай, давай кухню, блядь, посмотрим. Давайте. А, да, почему нет? Давайте посмотрим, как кто-нибудь смотрит кухню в текущий момент. А? А? Наверняка 100% где-то сейчас есть стример, который очередной раз скроллит, блядь, смотрит эту ебаную кухню раз за разом. Что вообще произошло с этой кухней? Это, знаете, как какое-то явление интернет-деятельности мистическое. Как Эльза Гейт когда-то был. Вот тут кухня Гейт. Специфично для русского, так сказать, сегмента интернета. Внезапная одержимость кухней. Внезапная одержимость позингом. У этого, блядь, Флинн Флай Таггарта, наверное, же видео вышло что-нибудь про кухню. Он не выпускал, интересно, нет? Или он не занимается больше таким? Музыкальный исполнитель, здрасте. Не, он в игры играет теперь. Он видеогеймер. Он видеогеймер теперь. Или чё? А, нет, он содействует видеогеймерам. Но кухню он не обсуждал. Как-то вот нет свидетельств, нет видеозаписи его взаимодействия с сериалом «Кухня». Шеф еще не проник в него. Блин, охуенный жанр хип-хоп музыки. Посмотрю сейчас, может быть, такое есть. Например, у меня вот здесь вот в Twitch саундтреке. Рэп. Это оно? Это оно? А вот здесь? Не знаю, что-то расслабонистое есть в этом, что-то такое прикольное. Да, попробую послушать. Какое-то время посмотрим, как сильно изменится мое мышление после этого. Rolling up. Ебать, соевый довольный такой, короче, это грузится, загруженный, бля. Хотя почему соевый? Не, он же пекарь. Я понимаю, там Nintendo было бы. Какая там классификация была? Гороховые? Это точно не гороховые. Кокосовый, это точно не кокосовый, точно не соевый. Как вы его оскорбите, а? Ну и не гречневый. Какую крупу едят ПК-геймеры, которые хорошо разбираются в железе и, в принципе, рисовый. Почему я сказал рисовый? А? Может быть, я смотрел не на видеокарты? Может, я смотрел не на эти коробки? Может, я ему в лицо смотрел? И поэтому сказал рисовый? Не знаю. Не утверждаю. Не подтверждаю. Найти кошку. Невозможно найти этого кошку. Его здесь нет, 100% нет. Вы не можете ее видеть. Его видеть. Е-е-е, пиздец, охуенный. Текст. Е-е-кст. Я написал текст. Е-е-кст. Movie subtitles me. Блин. Субтитры это клево. Мне нравится смотреть в оригинале с сабами.
но только если сабы, например, на английском. Ну, то есть на том же языке, на котором говорят люди. Потому что если сабы на русском, а говорят на английском, я воспринимаю сразу два языка, и у меня все это смешивается в итоге, смыслы смешиваются, и сложно воспринимать происходящее. То есть ты прочитал, получил информацию из субтитров и информацию из наушников. Они, в принципе, говорят одно и то же, но немного разными словами. Из-за этого тебе сложнее усвоить. Вот легко, когда ты смотришь, там, скажем, корейский сериал в оригинальной озвучке, но с русскими субтитрами, совершенно не зная корейского языка. В таком случае ты только субтитры потребляешь. А если ты еще разбираешь и на слух что-то, а у тебя субтитры там на другом языке, тогда вообще сложно. Самое клевое, это, конечно, когда вот на английском языке смотришь, вроде на слух воспринимаешь, но ты прекрасно понимаешь, что некоторые слова могут из-за особенностей произношения пролететь у тебя мимо ушей. И поэтому ты в качестве помощи себе ставишь субтитры, и тогда просто все шикарно. То есть ты преимущественно воспринимаешь на слух и на картинку смотришь, но если вдруг что-то непонятное, ты периферийным зрением выцепляешь вот этот вот непонятный кусок из строки субтитров. Попробуйте, очень вкусно. Вызывает зависимость. Особенно с учетом того, что большинство озвучек в последнее время что-то такие паршивые, если честно. Хотя, наверное, мне просто не нравятся некоторые актеры озвучки, которые нынче очень популярны, типа чувака из Кубик в Кубе. Дубляжи сейчас делают просто вот на совершенно неофициальной основе. Ты смотришь фильм какой-нибудь, приобрел его, у тебя там вариант перевода, какой-нибудь TV-шоу. Ты думаешь, это ну какие-то независимые ребята, которые просто поверх голос наложили переведенный. А врубаешь там полноценный дубляж. Короче, дубляж стало чем-то, что делают вот просто вот люди из-под полы на энтузиазме целом. Вот в такой эпохе мы живем. То есть есть, знаете, есть любительская закадровая озвучка, а получается теперь еще есть еще и любительский дубляж. И который порой лучше даже, чем профессиональный дубляж. Ну, типа основной. Вот. Вот я о чем говорю. Вот что я имею в виду. Как это прокомментировать, чтобы было смешно? Мне кажется, и так смешно. У меня вот... У меня просто это... У меня слов нет. Ха-ха, они играют в команде, которая называется Кум. Входите в зону Кума. О! Прикольный оборот принимает Лент. Это же Роналду! Это Зинадин, это Пеле, это... На Диди! Хуй знает. Плохая фотка. Хуёвая кофе. Если честно. У нормального кофе нет вот этой хуйни, блядь, на блюдечке. Они на блюдечке наблюдили. Наблюдили мимо чашки. Неправильно. Нельзя так делать. Если вы в кофейне работаете, вас за это, блядь, вам ампутируют правую ногу. Если наблюдили мимо чашки. Я, кстати, сегодня, блядь, зашел нахуй в заведение, ёпта. Вот. Так вот, это заведение включает в себя огромное количество фудкортов, огромное количество супер-инди непонятных волшебных фермерских веганских продуктов. Там была лапшичная, которая называется рамшичная, и там продавали рамен, и везде были неоновые вывески и все такое. Там была блинная, которая называлась Блин Клинтон. Буквально Блин Клинтон, да. Это не бред моего разума.
Это бред еще одного разума. Короче, вот, там был автомат кофейный, самообслуживание. Нажимаешь, выбираешь кофе, там вставляешь монетку, тебе наливают. Но ты можешь выбрать своего рода топпинг на свой вкус после этого. И вот этот топпинг, он бесплатен. Там была соленый карамель и миндаль. Они, короче, вот в таких тюбиках, в которых обычно жидкое мыло хранится. И ты просто можешь подойти себе в ладошку вот этот топпинг налить, соленый карамель, и вот так вот сделать. Я примерно так же и сделал. То есть вам, наверное, прикольно было, когда, знаете, вот был карантин, был ковид и все такое, везде стояли эти антисептики, привязанные к столам, можно было и обеззаразить себе руки. Теперь такая же хуйня с топпингами для кофе. Совершенно бесплатно можешь просто накидать себе соленой карамели, въебать. И будет вкусно, и будет бесплатно, и отличное настроение. Гарантированно. Гарнированно. Гарнированный топпинг. Тут гарнир под топпингом. Так, подождите, тут происходит вещь. Опять кот в коробке. Кошка, кошка в коробке. Где-то я видел целое это. Они сделали из этого. Они сделали пакет. Они делают пакеты, которые хочется купить. ОМГ, о боже, я хочу эти пакеты. Тумблер стайл и все такое. Так, здесь был пост, на котором была попури из котов в коробке, которые были пропущены мной. Да господи, не надо мне эти, не надо мне эти округлые формы. Мне другие нужны. Мне квадратные, с квадратной округлости кошек нужны. Не. Нет, Джеймс Барморе, ты не можешь. Ты не можешь предоставить мне музыкальный контент, который меня бы удовлетворил. Визуальный контент, который меня удовлетворяет полностью, это оно. Батоны, булки, хлеб. Е. Хрустящий б-б-б-б. Хрустящий б-б. Багеты. Washing machines in the pyramid of Giza. Не знаю, никогда не летал в Египет на отдых. Че за хуйня? Идите, идите к черту, блядь, с этой ахинеей. Невероятно стыдно, что я засмеялся. Надо было стоически просто проигнорировать эту хуйню. Ёбаный пиздец, блядь. Вот это попався. Вот это я, блядь, попався, конечно. Ну, знаете теперь мое чувство юмора каково, да? Где кошки в коробке? Их нет? Или это были рекламные кошки в коробке? Я понял. Они по принципу рекламы Твиттера работают. То есть появляются, чтобы завладеть твоим вниманием, а потом, как только ты заинтересовался, они тут же исчезают. Вот такая вот магия Твиттера. О, дерево. Стоп, они были где-то здесь. Нет? Я не поним... не понимаю. У меня сейчас голова кружится. Невероятно сильно. Я надеюсь... У меня... Я забыл все вещи на свете сейчас. У меня вестибулярный аппарат сейчас провернулся на миллион градусов, просто вот как колесо. Брр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 rr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 
В общем, причина в чем? Причина, по которой я хотел показать, это в том, чтобы все были готовы к тому, что идет волна популяризации кошек в коробке. Да. Вы можете не замечать этого пока. Может быть, вы не замечали, как на Твиче все смотрят ебаную кухню какое-то время назад. Но вот. Но вот они теперь... А, они теперь всюду эти, блядь... У всех кухни головного мозга. Скоро у всех будут квадратные кошки головного мозга. Коробочные кошки. Вот как раз к Новому году подходите такие к елке. А елка вам... Последний комментарий все еще актуален. ВТФ, я в шоке. Я тоже охуеваю полностью. Просто вот мое тело — это чистая энергия. Охуеваю. А мне нравится, кстати, этот жанр, который сейчас играет. I'm a neighborhood angel. И главное, песня кончилась. Смотрите, песня кончается. Проходит где-то 3 секунды, ты такой думаешь, что ничего не будет, тишина. И тут он такой говорит: Все эти хип-хоп присказки, типа Е-е-е, йо-йо-йо. И пошел текст. Меня это бесило всегда в этом жанре. Текста писал Владимир Владимирович Пушкин, блядь. О, хука. Давайте мне еще немножко кальянного, но накидайте мне этот рэп кальянный. Кальянный рейп. О, Пепси. Блять, суки, с жиру бесятся, гниды, мрази. У нас нет Пепси больше, у нас нет, мы не можем купить. Сука, пимдосы через букву М крутят в это время двухлитровую Пепси на... перфораторе, на дрели просто прокручивают. А мы смотрим голодные, у нас эти слюни текут. Мы как в Советском Союзе. Также на котлеты смотрели. Рябчиков и ананасов, которые жевали буржуи. Вот знаете, блядь, теперь раньше буржуи жевали рябчиков, так, а теперь буржуи просто вращают пепси на дрели. Сука, я ж так зол, что... Аж репостну, ретвитну и лайк поставлю. Блин, блинские, до последней возможности купить сладкий рулет остается всего полчаса. И прикол в том, что я прекратил хотеть этот сладкий рулет после того, как сказал об этом. И тем не менее, вот такие вещи, ну, подобные которым я сейчас упомянул, Venus Hour. В смысле Венус? Венера? Чё Венера? Чё Венера? Чё Венера? Венера в ретрограде. В каком-то доме. У-у-у-у. Как же круто. Я подписываюсь. Е, кровавые животные. Да, читать. Бульон. Ебульон. Петух. Петух, петух, петух. Петух, петух. Тоже петух, блять, все, заебал меня этот автор, он перестать читать. Он совершенно не умеет, он не знает, короче, блять, анатомию людей и человечества. Вот. Он знает анатомию петуха, причем надо очень неплохо. Петухи череп просто безукоризненно нарисован, но когда он пытается делать людей, он показывает свою полную некомпетентность. Смотрите, даже автор вот этих поз намного более компетентен в плане анатомии человеческой, чем тот чел. Чел. Волк. Человек человеку волк.
волк в овечьей шкуре. Человек человеку волк в человечьей шкуре. В человечьей шкуре человек человеку вполне себе волк. Эти две поговорки, присказки, идиомы или что бы это ни было, неплохо дополняют друг друга. Ха? Знаете, была овечья шкура, а как насчет человечьей шкуры, а? О боже! Ну вот скажите, ну... Chainsaw Man правда так хорош или это Overforce, а? Правда так хорош? Я мангу читал, я читал мангу. Ну, пару глав. Ну, правда читал. Давайте прямо сейчас тут. Мангалип. Так, оно у меня где-то в закладках было. А, бензопила. Бензовек. Беловек. Где я остановился? Ну, в принципе, тут... Попытка потрогать чью-нибудь грудь. Это пятая глава первого тома. Пятая глава — это самое начало. Кстати, я напоминаю, что самые мудрые, самые философические, насыщенные аниме-титлы, тайтлы и битлы тоже начинались с женских грудей. Например, вспомните первую серию Евангелиона. Синдзи берет фотографию дойной женщины, смотрит на нее, и там обведено фломастером самое прикольное место, и написано типа «Вау! Дойки!» Ну, по-моему, я этого не читал. 18 мне есть, да. Блять, переводчики нахуй. Может быть, не Nippo Team, может, кого-то другого поставить. Ну ладно, давайте посмотрим это. Так. Да, да, я умею пользоваться этим сайтом. Я определенно умею это делать. Все, погнали, 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 погнали. В озвучке. Человек, поторопись, дай мне уже что-нибудь. Я жажду крови. И потом, потом что? Я могу простить некоторое сумасшествие, так как она милая. Но вся загвоздка... Стоп, я не видел ее появления. Я этого не читал. Для меня это спойлеры. Я знаю, что есть рогатая девчонка, но я не видел, как она появилась. Поэтому мне здесь... О, опять петучья анатомия. Человек-петух. Ха-ха-ха-ха-ха. Прям как та херня, которую мы видели в Твиттере. Ну, кстати, блядь, это невозможно. Невероятно скучно. Прикиньте, читать мангу вслух... На стриме. Вы ебанутые, блядь. Хорошо тогда. Это знаете, как мемы комиксы, рейдж-комиксы с роллфейсами взять и сидеть и озвучивать их, а потом делать из этого видео. И получается видео-мем. Это так же тупо, как и то, что сейчас я пытался сделать. Вы не хотите, чтобы это вылезло из-под вашей духовки? Я просто говорю вам, что если вы не знали об этом, вы не хотите этого. Знаете, что хочу я? Я хочу, чтобы Google подбросил монету и решил, идти за рулетом или нет. Короче, смотрите. Орел, решка. Рулет или нет? Три раунда по три броска. Google решает. Если победит орел, я иду за рулетом. Орел — это рулет, решка — это нет. Решка. Орел. Решка. Итак, первый раунд выиграла решка. Второй раунд. Решка. Второй раунд тоже выиграла решка. Можно дальше не ролить. Ура, мы остаемся без
ебучего омлета, рулет. Прикиньте, омлет, закрученный в рулет. Нет ничего более естественного во всем мире, чем это. It's only natural, так сказать. Где я нахожусь, блядь? Это мой твит, читер. Что? Я не помню, чтобы я подписывался на это, блядь. Откуда? Где мемы, где приколы, где видеоприколы, видеоприколы. Хочу, типа, коз, которые выскакивают из-под твоей духовно... ОМГ, о, да, да, это тот контент, который я ищу. Герпес. Блять, она снова тут. Уберите это. Не позорьте меня. Блять, ну я опять тут же этот ебаный Chainsaw Man. Как меня заебало, я отказываюсь. Я просто не буду смотреть это ебаное аниме. Я не буду смотреть эту мангу. Да, она, я признаюсь, мне действительно была притягательна вся эта хуйня, но... Вот это тот момент, когда у меня Black Pill происходит. Не знаю, как по-русски сказать. Пресыщение. Вот. Я настолько заебало все из этой манги, все из этого аниме. Все, что касается этого, что я испытываю ненависть к предмету, о котором знаю самый минимум. Спасибо, фанаты, блядь, Chainsaw Man. Пошли нахуй. Ненавижу вас. Хотя стоп, наоборот. Нет, я забираю харчок. Люблю вас в первую очередь за то, что вы уберегли меня от огромной прорвы впустую потраченного времени. Потому что я не буду читать Chainsaw Man, я не буду смотреть этого. Я отказываюсь, все. Это... контент, который я не потребляю, и вы меня спасли. Спасибо огромное. Я не против того, что вы увлекаетесь. Я уважаю ваше, так сказать, это. И, так сказать, то. И благодарю. Че это за хуйня? Причем я сомневаюсь, что это не Зеленский. Вот вы как бы думаете, да, Ким Чен Ын, Путин и Зеленский. Типа. Но именно этот чел выглядит слишком похожим. Вы не можете сказать, что это не он, потому что, возможно, это он. И от этого становится еще более комично. Жизненная ситуация, скорпионы, блядь, на кухне. Нет, на самом деле, козы на кухне, козлы на кухне. Джордж Клуни на кухне. Их не. Собака... Это я за своим сладким рулетом потянулся, и Google монетка мне такая... Можно не надо, можно хватит, можно больше не будем, а? Pet Hating Mat. Мет. О, кубические коты — это окей, но кубическая еда? А что на Твиче обычно делают? Я просто вот сейчас сижу, так хуйню эту пинаю, да? Мне интересно, что здесь делают обычно люди. Вот. Ну как, а как мне здесь стать своим, как бы, да? Games? Категории, которые могут вам приглянуться. Могут вам понравиться. Могут... Кстати, Devil in Me я не буду проходить 100%. Мне нравится серия Dark Pictures. На самом деле мне нравится только одна из них, которая прям морпехов и вампиров, блять. Вот.
Но Devil in Me я посмотрел, это просто плохо. Это просто плохо, во-первых, там даже ничего смешного нет. Если в первой паре, ну, первая, короче, игра в серии Dark Pictures, она была какая-то рафляная, там можно было поржать. Вторая просто, ну, довольно скучная, про школьников, там свидеть было прикольно всех. Вот, третья часть, не знаю, она какая-то волшебная, она мне супер сильно понравилась. Я ее прошел за один присест и остался полностью доволен. В принципе, это все было запечатлено даже на стриме. Devil in Me я посмотрел, короче, она выглядит, во-первых, графически устаревшей, а кино... Графически устаревшее кино, это плохо, это вообще, нет, вы это не продадите никогда. Это, во-первых, во-вторых, тупой сюжет, во-вторых, тупой геймплей, кровь выглядит как кетчуп, персонажи умирают вообще от каких-то случайных событий, ну, просто как будто у них своя воля какая-то, типа режиссер решил, что тут персонаж должен подскользнуться, и ты ничего с этим не можешь сделать. Только он подскальзывается, и у тебя там ни кутые нет, нихуя. Все, он умер. Ты такой, блядь, я хотел всех засейвить. Но у тебя нет, у тебя просто нет власти над этим кино. То есть это кино с плохой графикой и минимальной интерактивностью и хуевым сюжетом. Я ожидал большего на самом деле. Теперь остается ждать только серию про космос, потому что следующая игра, она реально, ну про космос будет. Все просто. Просто про космос. И все, и вы ничего не сделаете с этим. Foodland уже вышла, что ли? ВТФ. Я помню, ее анонсировали. Может быть, это типа пресс-стримы? On continuelle expansion de la colonne. Vous prenez les decisions. Блин, вкусно выглядит. Я бы, может быть, даже и это залип. Блин, надо попробовать. Как-нибудь. Gungrave Gore, господи, блядь. Эта игра вне своего времени вышла. Она должна была выйти в 2008, допустим. И было бы окей, да? Но зачем-то она вышла в 2022, и все-таки ебаный в рот. А нахуя это надо? Причем она пытается быть брутальной, но на самом деле она сосет. То есть вот реально брутальные мужики, которые слушают метал, и да, любят черепа, они не будут в эту хуйню играть. Хотя здесь вроде вот череп, вот вроде кровяка, вроде вот вроде металл, вроде кожанки. Ну реально крутые парни в эту хуйню катать точно не будут никогда. Кстати, прикольно этот... Блин, охерительно. Охерительно. Сохранить картинку как? Стибрио, да? Да, я стибрио хочу. Хочу это. Harpy Dance. Прикольно. Какие тут еще смайлики есть? То есть вот есть реальный повод к человеку взять и подписаться. Я понял, это амбассадор канала. Херпи. Харпи Хир. Он такой, о, смотрите, у меня тут есть эмоты с танцующими баночками, которые я приобрел, подписавшись на канал. Да, и вы тоже подписывайтесь, у вас тоже будут танцующие баночки.